Час зародження нових відносин вважається чарівним. Недарма його називають цукерково-букетним періодом. І чарівність перших зустрічей ні з чим не порівняти. Але чоловіки і жінки чомусь перше побачення і ідеальне побачення сприймають по-різному і по-різному його уявляють. Як же уявляють чоловіки і жінки ідеальне побачення і як його таким зробити? Про це ми поговоримо із нашою гостею. Доброго ранку. Добрий день. Ми вітаємо вас, Алло, в нашій студії. І говоримо сьогодні про ідеальне побачення. Отже, з якою метою чоловік запрошує жінку на побачення? На самом-то деле, каждый человек уникальный, индивидуальный, и цели могут быть разные. Но прежде всего, это, конечно же, с целью лучше узнать друг друга. И идеальное свидание – это субъективное понятие, потому что на самом-то деле каждый вкладывает свое ожидание, свои мечты, свои фантазии. Но, тем не менее, самое главное – это когда после первого свидания будет дальнейшее свидание. И психология предбрачного ухаживания имеет, конечно же, свои секреты, но об этом мы с нашими дорогими зрителями поговорим в следующий раз. А если говорить о первом свидании, то, наверное, волнуются все, и мужчины, и женщины. И, готовясь к нашей встрече, я провела такой мини-экспресс-опрос, и получилось, что и девушки, и женщины прежде всего ждут романтики от первого свидания. А мужчины тоже готовы соответствовать ожиданиям наших милых женщин и готовы тоже приложить максимум усилий, чтобы это свидание осталось таким вот ярким событием в жизни каждого из влюбленных. А ми також запитали у миколаївців, як вони уявляють ідеальне побачення. Давай подивимося. Давайте. Вітаю вас! З вами програма «Новий день». Місячне сяєво, свічки, пляшка шампанського, шоколад – це стандартний набір ідеального побачення. А як думають миколаївці? Ну, это когда парень ведет тебя в Макдональдс, и вы сидите там, он все себе позволяет. Это так. Это такое свидание, где, во-первых, парень будет для тебя стараться. Вы просто хорошо проведете время, вне зависимости от бюджета. Просто когда в удовольствии и для нее, и для него. Это когда два человека проводят вместе время, и когда им интересно друг с другом, они открываются душевно друг с другом. Которые нравятся обеим. С приятными эмоциями, с яркими впечатлениями. Про которое можно вспоминать долго. Самые какие-то, ну, возможно, неподходящие моменты. В каком-то мало слабо освещенном помещении, таком мистического, такого какого-то, как сказать, атмосфера мистическая. Какой-то приглушенный свет. Девушка, ну вы меня смутили, я не могу. Для меня идеальное свидание – это заранее, ну где-то за неделю, за две запланировать полностью все события, которые должны происходить в этот вечер, встретить свою любимую с розой, каким-нибудь презентом, отвезти ее в хороший кафе или ресторан, ну а вечером прогуляться под звездным небом. Для меня это кажется идеально. Романтика какая-нибудь, много-много цветов, не знаю, много-много поцелуев, какой-нибудь романтический фильм, закусить это все шоколадкой с вином, ну и в лучшем случае продолжить это все в правильном русле. Це була думка мешканців нашого міста. Отож, дивуйте своїх коханих та даруйте їм позитивні емоції. Ось таке у нас міні-дослідження вийшло. Алло, можна ж прокоментувати як психолог? Чого прагнуть чоловіки і чого хочуть жінки від побачення? Ну, вы видите, мы даже убедились, наше интервью показало, что на самом-то деле все хотят, прежде всего, какой-то романтики, да? Все хотят хороших таких вот теплых отношений. И шоколадочку. Да, ну это вот такие типичные атрибуты любого свидания. Это цветы, шоколад, уютная атмосфера. И, в принципе, если мы говорим об идеальном свидании, мне очень понравился ответ молодого человека, который говорит, что к нему, безусловно, нужно готовиться. Вот, потому что если нельзя, конечно же, именно все просчитать и вывести такую классификацию, свидание идеальное или не идеальное. Потому что, как я уже говорила, у каждого свои субъективные понятия, что такое идеальное свидание. Но, тем не менее, наверное, все-таки стоит прежде всего вот, психологически настроиться на свидание, прийти на свидание в хорошем настроении, все проблемы, печали,
оставить до поры до времени, когда мы будем делиться со своим партнером нашими проблемами. Далее, наверное, все-таки внешний вид играет огромную роль, потому что, как есть такая разбитая фраза, что, к сожалению, либо к счастью, первое впечатление мы можем только раз произвести на одного, того или иного человека, потому что второй раз нам нельзя, к сожалению, произвести первое впечатление. Ну и здесь, наверное, беспроигрышный вариант, классический выбор одежды. И, скорее всего, если место же может быть от каждой пары уникальным быть, где провести первое свидание, это может комусь, быть... Ну, навіть у опитуванні да. чули, що хтось хоче якусь романтичну атмосферу, а комусь навпаки таємниче, щось таке таємниче місце, якесь незвичайне. Вплоть до того, что это может быть и каток, и боулинг, это может быть действительно поход в кинотеатр, как угодно, потому что все зависит от предпочтения того или иного человека. Но, тем не менее, если мы все-таки говорим о неких каких-то классических, да, вот традиционных даже, скажем, местах, то это прежде всего либо кафе, либо поход в кинотеатр, либо просто прогулка под звездным небом, как уже нам говорили наши горожане. И, в принципе, здесь нет лучшего или худшего варианта. На самом-то деле, каждый вариант очень прекрасен, потому что, ну, на мой взгляд, идеальное свидание тогда получается идеальным, когда после него остаются позитивные эмоции, позитивные впечатления. И самое главное, когда после этого есть динамика отношений. То есть люди встречаются еще дальше и дальше. То есть это как некая такая встреча перед дальнейшим развитием отношений. Просто... А есть такие какие-то застереження, чего не варто або чего не можно робити на побаченні, на першому чи на ідеальному? А, ну, скорее всего, да. Прежде всего, наверное, очень важно, мы должны запомнить, это касается и женщин, и мужчин, что на первом свидании мы должны дать возможность поговорить, вот, допустим, если это девушка, она должна 30% говорить, и 70% своего общения, вот так время условно поделить, должна предоставить своему мужчине, чтобы он мог себя проявить как мужчина, чтобы он мог, естественно, показать вот, ухаживая за ней каких-то своих достоинств и так далее. Чего звісно, якихось рецептів не можна, універсальних рецептів є. Своя історія, але якісь такі психологічні застереження є. Прежде всего, конечно же, следить за своей речью. То есть есть какие-то темы, которые все-таки не следует обсуждать на первом свидании. Вот, скажем так, некое табу. Во-первых, не нужно расспрашивать о его личной жизни до вашей встречи. Ни в коем случае. Не стоит расспрашивать о каких-то таких вещах, сколько ты зарабатываешь на первом свидании и так далее. Вот самые такие четыре темы, которые все-таки можно обсудить на первом свидании. Это же, конечно же, увлечение, то бишь хобби. Чем увлекается молодой человек или девушка. Это, конечно же, как он проводит свободное время, то есть тема отдыха. Это, конечно же, тема достижений, но опять же, при условии, если о достижениях была речь. К примеру, молодой человек говорит, что он там КМС, да, там определенного вида спорта. Конечно же, здесь эту тему можно развить, чем он занимается и так далее и тому подобное. Вот. И тема, конечно же, планов, то есть какие планы на будущее, чем человек живет на здесь и сейчас. То есть далее, вот если мы говорим все-таки об общении, это, конечно же, не перебивать. И желательно каждую фразу начинать с имени своего партнера. То есть, это психологично. Конечно же, потому что имя – это как бы самый такой, скажем, приятный звук для человеческого восприятия, его имя. И, конечно же, не очень корректно звучит, когда ребята на свидании толком не знают имен друг друга. Вот. К сожалению, будем считать, что такого нет на самом-то деле, к счастью, вернее. А к сожалению, бывают разные случаи, что даже люди не знают там своих фамилий, там, когда уже долго встречаются, у меня такие были претенденты, не знают, допустим, когда партнер, день рождения и так далее. Но мы не будем о таком печальном. А коли говорять котик, зайчик, любчик? Ну, на первом свидании, я думаю, это не очень уместно, потому что это может где-то человека сразу, ну, напрячь психологически, потому что, ну, мы не настолько знакомы, чтобы сразу переходить к каким-то ласкательным, уменьшительным обращениям. То есть, по большому счету, когда мы переходим на такой уровень, как вы верно сказали, котик, любимый и так далее, у влюбленных свой язык, и, в принципе, мы все говорим на разных языках любви, но это, наверное, уже в пролонге, когда будут развиты те или иные отношения. То есть, а сразу это может, даже как и вот выбор очень дорогого подарка на первое свидание, или очень дорогой букет. И, в принципе, вот это действительно существуют такие рекомендации, что девушка должна как бы выбирать те блюда, если это в кафе, да,
то все-таки думать о возможностях финансовых своего партнера. То есть это не нужно сразу же все, что есть в меню, и самые дорогие блюда заказывать. И, конечно же, молодой человек тоже должен как бы предупредить заранее, хотя бы приблизительно, куда они пойдут. Есть же разница, она может одеть высокий каблук, вечернее платье, в надежде на то, что ее фантазии были о том, что она пойдет с ним навстречу в ресторан, да, а он ее пригласит в боулинг. Ну, то есть, и как бы в боулинге уже в вечернем наряде и при вечернем макияже она не будет столь эффектно выглядеть, как, допустим, за тобто встречи в ресторане. Тобто, навіть сюрприз треба узгоджувати. Ну, в принципе, ну, желательно все равно, как бы, знать уже об интересах друг друга, потому что, опять же, я говорю, идеальных свиданий как таковых нет. Для каждого человека, наверное, здесь и сейчас идеальное свидание такое, когда где-то твои ожидания, твои мечты, твои фантазии реализованы. То есть, если я спортивная девушка, то, наверное, мне очень понравится, да, даже, может, свидание на лоне природы, либо в походе, там, первое свидание, там, или выезд за город, да. А, допустим, если я, допустим, девушка, настроенная там на более такое, скажем, неспортивное времяпровождение, меня, наверное, устроит поход там в музей, либо в кинотеатр. Отже, ідеальне побачення – це те, яке стало одним із кроків до справжнього кохання. А що ж таке кохання? А ми запитали у найголовніших наших експертів, у малюків. Зростаючи, ми навчаємось, розвиваємось, сприймаємо навколишній світ. І як приємно, коли поруч з нами є людина, завдяки якій ми відчуваємо підтримку у складну хвилину. Розуміємо, що всі негаразди минуть і варто лише радіти життю. А згодом ці друзі можуть стати коханими людьми. Давайте запитаємо у наших миколаївських малюків, що ж таке кохання. Це коли друг друг і себе люблять. І себе тут, так? Угу. Любов – це коли чоловік любить свою маму. Ты думаешь, что такое любовь, знаешь? Нет? Ну, а как ты думаешь? Ты же слышала такое слово, да, любовь? Нет? Ну, ладно. Любовь – это когда человек с кем-то целуется. Целуется. А что еще делает? Любит, когда танцует, или ходит в прогулку, или прогуливается. На свадьбу какую-то. Ух ты, и свадьба даже, да? Или на какой-то праздник веселый. Я не знаю. Якщо вже маєте симпатію до іншої людини, не соромтеся і зізнайтеся в цьому. Нехай щастить вам у почуттях. А вже наступного разу запитаємо у малечі, що таке любов та День Святого Валентина. Ось так проаналізували це почуття, таке почуття, як кохання, наші юні експерти. Алло, що скажеш? Абсолютно вірно. Прокоментували, почему? Потому что поняття любви дуже ёмкое поняття, многогранное поняття. І до сих пор как бы нет единого определения. Психологи трактують любов как самую насущную потребность. Далі філософи по-другому трактують любов. Ну, любов – це унікальне чувство, індивідуальне чувство. Іменно любов ми можемо пережити так, як іменно я це чувство переживаю. І, звісно ж, це о любви много говорят, мечтают и так далее. Это высшее такое, скажем, чувство, которое существует. Это направленная привязанность, это энергетическая направленность на определенного человека. И мне нравится определение из ветви персика, что любовь – это влечение ума, влечение души, влечение тела. Когда есть эти три влечения, то порождается любовь. И на самом-то деле, наверное, все-таки нужно учитывать желания и нужно прислушиваться друг к другу, потому что мы все говорим на разных языках любви, каждый вкладывает в свое понимание в любовь. Вплоть до того, что даже разные варианты ответов на любовь, если мы будем говорить со взрослыми людьми, это от того, что любви как такового нет, до того, что как бы идеализируют вечную любовь. Ну и на самом-то деле, мне очень нравится книжка Гэри Чемпана, который «Пять языков любви», который говорит, что мы должны наблюдать друг за другом. И это пять языков, я просто как бы уточню, но кого заинтересует, может сам прочитать. Это язык слова любви, слова поощрения, а когда очень важно партнеру именно услышать, что его любят, что его ценят, когда его хвалят за те или иные поступки, дела. Это язык прикосновений, вот о чем говорила наша юная собеседница, что это поцелуи, объятия, танец.
Это язник. Да. Это язык подарков. Это не обязательно там дачу на Канарах или дом в придачу, а действительно, что какие-то знаки внимания, которые как бы свидетельствуют нашему партнеру, что ты важен, тебя любят, и человеку необходимо, чтобы его одаривали теми или иными знаками внимания. Это язык времени. Я хочу, чтобы со мной мой партнер проводил как можно больше времени и так далее. И пятый язык любви – это язык помощи. То есть такому человеку очень важно, чтобы ему помогали, чтобы его как бы ценили, то, что он вкладывает в семейный уют, в семейный дом. То есть, в принципе, если понаблюдают друг за другом, мы говорим на том или ином языке, ну, а и в принципе, каждый язык важен в отношениях. И поэтому говорите своим любимым слова любви, хвалите их, дарите подарки. И мы встречаемся в канун такого чудесного дня, как Международный день влюбленных. А у нас во дворце уже традиционным стал праздник «Все начинается с любви». В этом году мы еще объявили конкурс на яркое индивидуальное признание, и поэтому все желающие могут прийти во дворец торжественных событий в канун Дня влюбленных 13 февраля. В 16:00 уже начинается праздник, поэтому можем прийти чуть раньше. А для вас подготовлена концертно-конкурсная такая развлекательная программа, где вы можете принять участие в конкурсах, вы можете себя проявить, то есть признаться своей любимой либо любимому оригинальным способом любви. А как стать участником конкурса? А вы можете... И сделать такой подарок своей коханій людині. А можно обратиться по телефону 37-28-24, оставить свою заявочку, либо группа в социальных сетях, ВКонтакте, Фейсбуке, на Одноклассниках, группа «Дворец торжественных событий», либо зарегистрироваться там. Ну, то есть обязательно нужно накануне заранее побеспокоиться и все-таки зарегистрироваться, чтобы принять участие в конкурсе. Но если вы не готовы проявлять какие-то творческие свои способности, вы можете просто стать участником данной концертной программы. То есть вход свободный, бесплатный, то есть приходите, пожалуйста, мы всегда рады вас видеть в стенах нашего дворца. Также у нас еще работает клуб для женщин «Будь женкою», и если вас заинтересовали проблемы именно психологии отношений, как найти партнера, как удержать партнера, как стать привлекательной, обаятельной, приходите к нам на наши встречи, все встречи тоже бесплатные, мы приглашаем разных специалистов и с удовольствием для себя проводим время. Дякую, Алло. Приєднуємося до всіх побажань і, звичайно, запрошуємо на свято. Ну і беріть участь у конкурсі, отримайте призи.